вот этот вот красный цвет. По-моему, вот на этом можно остановиться. Мы эту возьмем, да-да-да. Прямо эту и возьмем, упаковочку. Угу, угу. Сейчас. Вот здесь вот можно... Little bit for friends, I speak, okay? Вот здесь вот есть склад. She soon she leaving and she wanted to decide and buy a box and bring. What is your name? Manjana. Manjana. And склад вот. Far from his place. No, you come another place. Вот это вот по дороге к супербазару. Вот там у нас с той стороны ашрам. Вот здесь вот супер Саи базар. И вот есть такая служба. Можно сохранить свой багаж. Очень многие люди путешествуют, у них накапливается багаж. У кого-то утюги, чайники, постельная одежда. И вот свой багаж можно сюда сдать, купить железные ящики. Покажу потом ящик. Смотри, она освободилась. Сейчас она опять тебя поймает. Вот. И оставить здесь год стоит 900 рупий. Вот, вот его, если что, телефон. И вот так он выглядит. Вот что рядом. Я запоминала вот по этому маленькому двухэтажному зданию по дороге к Супер Саи Базару. Все, да, идем дальше. Ну и Танюшке тоже надо, она хочет уехать, а все с собой везти не хочет. Поэтому она хочет купить железный ящичек и сдать туда. Очень удобно, люди сдают, говорят, мы даже оставляем там зубную пасту, зубную щетку. Свои сари, женщины обрастают с годами сари, всяким разным другим необходимым барахлом. И потом просто берут. Да что же ты? Ну? Нет. Да, елки-палки. Мы бродячие артисты. Ты что, один? А где мама, папа? Где мама, папа? Сейчас. Тоже у меня немного мелочи. Ну давай, счастливо, малыш. Ну и вот уже Супер Саи Базар. Вот как они рядом. Ты взяла визиточку-то себе, да? Да-да-да. Так, это мы уже в Супер Саи Базаре. Все за рыбьим жиром. Это большие носимся. Капсулы. Где мы смотрели, были маленькие. Кругленькие. Большие капсулы, а почем 500, да? Около 500, а штук здесь на вид тоже около 100, но большие. Омега-3 вот написано, 100 штук, да, или 1000 чего? 1000 чего и 100 чего, миллиграмм. Угу. Спирулина. Что ты мне еще покажешь? А, мы я с тобой забыла, хотели терочку. Терочку хотели посмотреть. Пошли. Что ты заказала? How it's called? What is it? What name this? What is... Buttermilk. Buttermilk? А это микс, да, ты делаешь? What she ordered? Микс? Вот. Это вкусно? Что мне это? Это? А что из чего это? Фрукты. Сколько и баттермилкс. 12 рублей всего. Немножко фруктов и сыворотка получается, да? Баттермилк. Не-не-не, я не хочу. Ее можно солоненькой, но солоненькой я дома сделаю. Тянет. Только мне это место не нравится, что здесь всегда вот эта женщина стоит. А я ее знаю, да. Всегда. Я уж ей сколько лет говорю, ну запомни да. ты меня, я все равно не подаю. Да. Нет, я не подаю. Ну это просто фрукты измельченные и баттермилк. Угу. Поплачь немножко. Целеустремленная. Она больная просто? Ну почему? Это ее работа. Пусть работает.
Яна купит не сейчас, но пока пошла посмотреть сундук. Вот большой 850, средний вот, вернее, ну маленький 580, но этот что-то прямо сейф какой-то. Я по весу смотрю. Да не, покупай за 850, если что, вот такой вот. А такой сразу уже взять надолго, да? Да. На нем и потому сидеть что можно. На нем и сидеть можно, потом делать его как столик там или что-нибудь, тумбочку. 850, да? Написано, да. И крыски не едят. Почему в сундуках? Ты объясни людям. Потому что на складах долго стоит, чтобы крыски не ели, мышки. А, да, еще это тоже ответственность, чтобы не промокло и крысы не сожрали чемоданы. Люди же уезжают, а вон еще есть побольше. 1100 и вон совсем большой. Это вот у кого какой багаж. А иногда все равно оставляют, как мне говорили. Я вот вообще с Сашей мы сейчас ничего не берем, даже ни одной сумки ни от кого, потому что, во-первых, мы не знаем, уедем или нет. Не знаем, когда мы будем, где мы будем, может быть, мы поменяем квартиру. А поначалу как-то, ну, мы брали, у меня получилась там квартира, там чуть ли не полусклад перепрыгивала. Вот, мне это не понравилось. Вот, а еще иногда вот мне говорили, ну, у меня так не было, но вот кто-то оставлял у людей, говорит, оставили там и крупы в чемодан, в коробку сложили, еще что-то. Появились мухи, какие-то червяки, муку, бабочки появились. А потом стали летать эти бабочки, они говорят, непонятно откуда, что такое случилось. Не будешь же вскрывать чужой багаж, а они не приезжали до года два. Вот, поэтому я никакой ответственности решила на себя не брать. И Саша ей сказала, пожалуйста, не приноси мне чужие чемоданы, мне хочется быть свободной. Потому что человек уехал на 2 недели, на неделю, на 3 недели, на месяц. А вернется, ему нужен этот чемодан. А нам, что ли, никуда не уезжать? Вот. Может, я вообще на полгода в Россию уеду. Ну так, мы уже как бы всем объяснили, поэтому люди не обижаются. Знают, что мы всегда на низком старте. А кому надо, вот кому прямо необходимо, вот, пожалуйста, 900 рупий в год хранение и купить только чемоданчик. Самое, что ни на есть, удачное. Да, а чемодан, этот железная коробка вечная. Ой, как нежно он о ней заботится. Щечку ей там, волосы убирает. Вот. Так что вот такой выход хороший и удобный для путешественников. Я сдавала, когда в Дели путешествовала, ну, приехала, потом куда-то мы поехали, не помню, с Тамарой. И нам надо было пару чемоданов оставить. И нам показали клок-рум на мейн-базаре. 5 рупий один чемодан в сутки стоит. 2 чемодана у нас 10 получилось. И в месяц нас не было, всего 300, что ли, рупий было. Да, вот где-то так. Мы заплатили, и замечательно. Не надо тащить все, что тебе не пригодится. Потому что в путешествии самое неудобное – это вот количество багажа, которое накапливается. Yeah.